Здравствуйте. Это Владимир Владимирович. Ваша семья попросила поздравить вас с Международным женским днем. Вы отличная мать и прекрасная хозяйка. Можно только позавидовать вашему терпению. Я желаю вам крепкого здоровья и любви. Уделяйте своей красоте столько времени, сколько считаете нужным. С 8 марта. Поздравляю. Прикольные розыгрыши и поздравления на мобильные ваших друзей на сайте поздравочки.рф.